Арктика. Больше фиолетового огня. Веление. Больше фиолетового огня известно своим ритмом и спиралевидным действием фиолетового пламени, что является следствием самого ритма. Когда вы делаете это веление, установите связь со своим «Я есть присутствие». Я прошу свое «Я присутствие» быть на связи со мной. Ощутите, как любовь Божьего присутствия целиком окутывает вас. Вы позволяете всем негативным энергиям, беспокойству, тревоге, страху, гневу уйти, раствориться из вашего поля присутствия. Перед вами водопад света. Он низвергающийся из вашего «Я есть присутствие». Представьте, как этот свет передается вам в виде потоков сверкающей энергии. Он направляется к тем, о ком вы думаете, молитесь, просите. Представьте, как фиолетовое пламя растворяет причину, следствие, запись и память ваших поступков, негативные действия других людей. Добавляйте ваши собственные определенные картины того, что вы хотите осуществить с помощью фиолетового пламени. Для работы фиолетового пламени не существует проблем слишком незначительных или слишком больших. Он растворяет все негативное, превращая это в высокие энергии света фиолетового пламени. Веление. Божье присутствие «Я есть во мне» услышать меня ныне. Взываю к Тебе, благослови святые я Христа, всех и каждого, молю Тебя. Пусть пламень свободы весь мир омывает. Цельностью Бога все наделяет, землю насыщай. И людские сердца, пылай сквозь нас сияние Христа. И я делаю то, что Господь мне велит, поддержан десницей небесной любви, трансмутируя все причины разлада, удаляя сердцевину всякого страха. И я есть «Я есть
«Я есть». Любовью к свободе в силе полной, что землю возносит к обители горной, живой красотой Божьего света ярко пылает огонь фиолетовый, что ныне и во веки веков освобождает мир, меня и все живое в совершенстве вознесенных владык. Всемогущий Я есмь, всемогущий Я есмь, всемогущий Я есмь.